Honda CR-V первое и второе поколение. Еще раз, как правильно определить серийный номер магнитолы. Итак, первое. Выключаем автомагнитолу. И далее самый важный момент. Одновременно надо нажать три кнопки. 1, 6 и включение магнитолы. И после этого на дисплее мы увидим два значения по 4 цифры. U и L0431. Именно эти два значения и будут являться серийным номером магнитолы. U1120 – это первая часть номера магнитолы уникального. И вторая часть L0431. Далее, если вам нужен код, код будет пятизначный для этой магнитолы. Телефон на видео мы оставили. Пожалуйста, присылайте эти данные на WhatsApp, на Viber. И мы поможем вам с кодом для вашей Honda. И как правильно код вводится. Выключаем магнитолу. Включаем. И мы имеем пятизначное значение. Здесь все достаточно просто. Поочередно вводим цифры кода. 4, 2, 5, 2 и цифра 4. И магнитола заработала. На этом все. Ждем вас у нас в лаборатории или на сайте odcar.ru.